Сородичи кудрявого пеликана Аркадия обитают в Восточной Европе, Азии и Африке. И, конечно же, к таким аномальным холодам птица не привыкла. Чтобы пеликан и другие экзотические птицы чувствовали себя в вольерах практически как дома, сотрудники самарского зоопарка приложили сегодня все усилия. Организовали теплые соломенные насесты, а кому-то даже установили индивидуальный обогреватель. Мы стараемся утеплять животных, то есть накладываем вольеры и в домике солому, хотя некоторые животные, например, лисицы свою солому из домиков выкидывают, им почему-то не нравится. Потом увеличиваем рацион кормления. У некоторых животных, например, вот у льва, который у нас на улице, у него в домике горит обогревающая лампа. Если ему холодно, он заходит в домик и спит, хотя сейчас он вот тоже вышел погулять на улицу, освежиться. Особое внимание сотрудники зоопарка уделяют рептилиям. Чтобы хладнокровные постояльцы оставались активными и не впадали в спячку, в террариумах установили специальные теплые камни, а также лампы для обогрева. Не забыли и про насекомых. Для большинства видов, конечно, такие похолодания существенны. И для того, чтобы не было критичной температуры, мы просто добавили индивидуальные средства обогрева в каждый террариум. В первую очередь для черепах, для змей и для тех видов, которым действительно нельзя, чтобы температура опускалась ниже определенного порога. По словам сотрудников зоопарка, такое утепление происходит не каждый год. Но к наступлению аномальных зимних холодов животные и зоологи готовы всегда. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События.